темный, безмолвный космос. Где-то вдалеке мелькает яркая точка, оставляя за собой огненный след. Скорее всего, вы видели такое явление. Взгляд в ночное небо, и вдруг яркий огненный след пронзает тьму. Падающая звезда. Но что это на самом деле? Мы привыкли загадывать желание, когда видим ее. Но задумывались ли вы, что это на самом деле не звезда? Каждую ночь наше небо рассекают тысячи падающих звезд. В мире науки они известны как метеоры, яркие вспышки, возникающие, когда мелкие частицы космической пыли сгорают в атмосфере Земли. За каждым метеором скрываются астероиды, кометы и метеориты, древние объекты, несущие в себе тайны Вселенной. Астероиды – это огромные каменные или металлические тела, которые вращаются вокруг Солнца. Некоторые из них могут достигать сотен километров в диаметре. Большая часть астероидов находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, но иногда они меняют траекторию и пересекают орбиту Земли. Самый известный астероид, по мнению ученых, стал причиной гибели динозавров около 65 миллионов лет назад. Кометы – это космические путешественники из самых дальних уголков Солнечной системы. В отличие от астероидов, они состоят в основном из льда, пыли и газов. Когда комета приближается к Солнцу, ее лед испаряется, создавая хвост, который мы можем наблюдать с Земли. Знаменитая комета Галлея – один из ярких примеров этого явления, которое возвращается к нам каждые 76 лет. Метеоры – или те самые падающие звезды, которые мы видим на ночном небе. Это мелкие космические частицы, которые сгорают в атмосфере. Когда они попадают в атмосферу Земли на скорости до 70 км в секунду, они вспыхивают, создавая тот самый яркий след. Но если объект достаточно крупный и не сгорает полностью, он достигает поверхности Земли и становится метеоритом. Современные телескопы, такие как Хаббл и Джеймс Уэбб, позволяют исследовать кометы и астероиды,
изучать их состав и траектории. Это не только помогает лучше понять формирование нашей Солнечной системы, но и отслеживать потенциальные угрозы для Земли. Например, миссия NASA DART недавно протестировала технологию отклонения астероидов, которая может стать ключевой в защите нашей планеты от столкновений. Кроме угроз, астероиды представляют для нас огромные возможности. Ученые и инженеры уже разрабатывают технологии для добычи полезных ископаемых на астероидах. Эти ресурсы могут использоваться для создания новых технологий и даже стать решением проблемы дефицита редкоземельных элементов на нашей планете. Когда в следующий раз вы увидите падающую звезду, задумайтесь. Это не просто космическая пыль, сгорающая в атмосфере. Это часть великой космической истории, связанная с астероидами, кометами и метеоритами. Объектами, которые могут как представлять угрозу, так и раскрывать тайны нашего происхождения и будущего.